Принеси мне нормальные вещи, а не эту фигню! Мисс Синди, я сейчас все решу! Ты бездарность! В доме бардак! Везде грязно! Ты ничего с этим не делаешь! Но тут же чисто, миссис Синди! Ты че, слепой? Тут же грязно! Ты уволен! Я больше не буду это терпеть! Прошу, только не увольняйте меня! Ах так? Ладно, мне тебя жалко. Если хочешь остаться, найди мне уборщицу. Как скажете, я сделаю все, чтобы остаться. У тебя есть 20 минут. Подождите, ну как я смогу это сделать за такое короткое время? Мне все равно. Если не находишь, я тебя увольняю. Хорошо. Я пошел. Не пошел, а побежал. Ну и где еда? Зря утром вставала. Даже куска хлеба нету. За что мне все это? Ну как мне найти уборщицу? О, кожура от банана тоже неплохо. Еще и с обновками буду. О, замечательная шляпка. О, Мия, а ты опять возле нашего мусорника трешься? Ну да, на еду не хватает денег. Вот бы я работала. А ты чего плачешь? Та хозяйка сказала, что если я не найду уборщицу, она меня уволит. О, прикольно! Если тебя уволят, то ты можешь со мной вместе по мусоркам лазить. Если мне кто-то попался. О, Мия, а может будем работать вместе? Тебе как раз деньги нужны, и меня не уволят. Так что, будешь уборщицей? Ну, не знаю. А холодильник наполнят едой? Я все организую. Тогда ни секунды не теряем. Бежим! Мия, нам в другую сторону. Ты все свои вещи взяла? Вот мои вещи. Сейчас я познакомлю тебя с хозяйкой. Это? Привет, меня Мия зовут. Эрик, ты не слышишь? Я спрашиваю, кого ты привел в дом? Синди, вы же приказали мне найти уборщицу, вот я и нашел. Знакомьтесь. Я такое говорила? Шутишь? Может, это было давно, и ты, как обычно, напортачил. Ладно, уборщица мне не помешает. Приветик. Зак, ты, конечно, не вовремя пришел. Чего? Да вот, знакомлюсь с новой уборщицей. Ее зовут... Я Мия. Ты такая красивая. То есть я хотел сказать, имя у тебя прекрасное. Зак, давай потом. У меня сегодня нет настроения с тобой встречаться. Эрик, уведи его. Мия, за мной. Мистер Зак, госпожа не может вас принять. И что мне надо делать? Ты будешь мне помогать. Надеюсь, станешь моей подругой. Но ведь у меня даже нет денег. Как я буду твоей подругой? Знаешь, мне надоели эти пафосные девки. А убираться тогда будет дворецкий. Смотри. Эрик, иди сюда. Да, миссис Синди. Убери. Можно идти? Нет. Тут грязно. Зачем ты так с ним? Я приучаю его к чистоте. Мне его жалко. А мне нет, пусть работает. Эй, давай я уберу. Нет, мне нравится над ним издеваться. Капец, ты жестокая, хватит. Простите, я случайно. Эрик, ты что стоишь, быстро вытирай. Где тряпка? Ой, ты как обычно ничего не можешь сделать сам. Будем наводить красоту. А я и так красива. И всех бомжих нашего района я вообще звезда. Ты звезда. Нужно с твоими ногами что-то делать. Все хорошо у меня с ногами. А ну покажи. Ну вот, смотри. Ужас. Мы сейчас все исправим. Смотри. Повторяй за мной. Жесть какая-то. О! Точняк! Ты что делаешь? То же самое, что и ты. Депиляцию. Стой, только не это! Мия, нельзя этим скотчем делать депиляцию! Ну как нельзя? Ты же делала! У меня специальные полоски! Ты не могла мне раньше сказать! Я чуть без ноги не осталась!
осталось? Это моя кухня, и почти каждый день приходит шеф-повар. А ко мне каждый день приходят бомжи. Ну как приходят? Я просто с ними всегда за еду дерусь. Веселая у тебя жизнь, конечно. Леди, что будете кушать? Леди? Меня всегда называли чумазы. Я таких слов никогда не слышала. Мия, успокойся, у меня сейчас настроение пропадет. Так что будете кушать? Я салат свой любимый. Мия, а заказывай все, что хочешь. Я сегодня добрая. А можно мне все и побольше? Вы уверены? Неси давай. Офигеть, еда! Мия, я не могу с тебя. Ну что, приятного аппетита? Ага, спасибо! Мия, успокойся! Мне же это все убирать! Я не могу остановиться! Как же вкусно! Жесть! На еду так только бомжи накидываются! Мия же тоже бомж получается! Что с ней делать? Фу, отведи ее в ванну, пусть умоется, а то портит имидж моего дома. Идем умоемся. Не хочу, я моюсь раз в месяц. Ого! Скажи часто, сама в шоке. Срочно в ванную пошли. О, ничего себе! Это дерево из настоящих долларов! Ага! Это дерево мы вырастили специально для Синди. Это дорогущий сорт. А у меня только плесень росла и грибок. Молчи, Мия. Мне сейчас плохо станет. Эрик, лови! Мия, ты что делаешь? Ты что, сумасшедшая? Зачем было кидать меня там? Случайно. Мия, а куда делись доллары? Какие еще доллары? Мия, ты меня обманываешь? Да я никогда в жизни никого не обманывал! Вау! Какое все красивое! И туалет есть, и джакузи! А у меня под деревом был туалет! Ой, я, кажется, туалет сломала! О, сделаю фотку, как будто я на Мальдивы лечу. Получилось. Вот все обзавидуются. Напишу, что лечу на Мальдивы. Приветик, подружка. Мы так за тобой соскучились. Ну да, разлучились на выходные. Смотри, что мы тебе принесли. Это самая новая косметика. Таких еще в продаже нет. Круто, сейчас же хочу все протестить. Намажусь новой помадой, и мой Зак сойдет с ума. Как насчет этой? Не, что-то мне не нравится. А вот какой цвет крутой! Тоже не то. Еще варианты? Ты определилась или нет? Не, даже не знаю, какой цвет. Синди, уже час прошел. Значит, буду без помады, накрашусь блеском. А раньше нельзя было сказать. Все, нам пора на уроки. Идем. Девочки, быстрее, мальчики уже заждались. Не переживай, подождут твои мальчики. Вы что, уже уходите? Синди, что за привидение в твоем доме? Девочки, это моя новая помощница Мия. Она мне как сестра. Ты чего? Она одета как бомж. Я уже не бомж, если что. Живу в элитном доме вообще-то. И летала на Мальдивы. Это что такое? Вообще-то здесь я лечу в самолете. Ага, это ведь в туалете у Синди. А как ты догадалась? Мозгов много, не надо. Девочки, не начинайте. И Мия, что у тебя делает мой телефон? Мы от тебя такого не ожидали. Когда я увидела Мию, то мне стало ее так жалко. И я решила ее оставить. А давайте она с нами в школу пойдет. Круто, я только за. Нет, подруга, позориться мы не хотим. Вы еще не видели, как я круто танцую. Надеюсь, и не увидим. Ходите, покажу. Мия, лучше бы ты просто стояла. Кажется, мы опаздываем. Вау, я тоже хочу! Я теперь буду пахнуть!
Фу, ты чё? Это спрей от насекомых! Да? Ну, надеюсь, на одного насекомого будет меньше. Интересно, что у нас тут из новой коллекции? Давно я на шопинге не была. Девочки, я готова потратить все деньги, которые мне дал папа. А может, твой папа и мне даст денежек? Ну нет, конечно. Я его дочка вообще-то. Так, я беру это и это. Это ты что, вещей на 5 лет взяла? Шутишь? Хватит на 3 дня. Хотя нет, на 2 дня. А я туфельки, кофточку и топик. А я возьму рандомно. Мия, а ты себе что-то возьмешь? Ну, не знаю. Она бедная. Ты забыла? Ничего я не бедная уже. Я возьму вот эту футболку. А тебе хоть денег хватит? Сейчас проверим. Ладно. Девочки, все на кассу. Добрый день. Вы уже определились с покупкой? Конечно. Отлично. Вам, как постоянным покупателям, будет скидка. Да вы что? Мы никогда не покупаем по скидкам. Для нас это позор. Ладно, тогда с вас $1700. Чё? Это разводня! За такую цену можно дом купить! Мия, успокойся! Ага, легко сказать. Вы расплачиваетесь? Да, я угощаю. Хорошего дня! Ура! Мия, мы пошли на улицу и ждем тебя. Я видела! Они расплачивались карточкой! Да, а у меня тоже есть! Что это такое? Моя вип-карта. А, вип-карта. Ну ладно. Блин, не прокатило. Нужно подправить губы. Скоро мальчики будут. Это получается, у вас у всех есть мальчики? Ну да, только вот у меня один, а у девочек на каждый день новое. О, девчонки, вы уже тут? Зак, а чего это ты не целуешь свою любимую Синди? Кстати, да. Совсем из головы вылетело. А вы прикольная пара. Ну, мы не то что пара, мы так, просто. В смысле? Не поняла сейчас. Я шучу. Ага, шутник нашелся. Хочешь без зубова стать? Нет. Кстати, совсем забыл. У меня же вечеринка будет. Ого, и когда? Сегодня. Я позову пацанов с параллели и еще девчонок. И вы тоже приходите. Ого, пацанов сами побольше. А можно мне тоже на твою вечеринку? Конечно, тебя я буду рад видеть больше всех. Ну и вас, девочки. Короче, походу Зака по башке стукнули, и он фигню несет. Ну, кроме тебя его никто не бьет. А где мой дворецкий ходит? Алло, ты чё вообще? Если через 5 минут ты не придёшь, уволю! Я хочу нормально жить, а на меня орут постоянно. Она орёт и кастрюлями кидается, а вторая тапками меня бросает. Я не могу так больше, я хочу нормально жить. Время разминки. Только где Ники? Пошла в столовую, будет топтать. Не чтобы с нас пример брать, да? Вот мы будем стройными и красивыми. И будем заниматься спортом. Ну, конечно. Ну что, раз мы на диете, осталось позаниматься. Соскучились по мне? Нет, конечно. Я бы тебя еще пару часов не видела. Ого, ты булку ешь? Поделись! Зара! Ах ты предательница! Я думала, что ты со мной на правильном питании. А тут такое. Да кому нужна эта диета? Я лучше пойду с Ники кушать. А я буду с тобой спортом заниматься. Спасибо. Ты единственная меня поддержала. Чуть не опоздал. Эрик, давай быстро приседай за меня. Зачем? Ну мне же спортом нужно заниматься. Вот и приседай. О, я знаю, что делать. Ого, ты серьезно решила поднимать эти ведра? Ну да, сейчас как накачаюсь. Мия, ну это ведь колхоз. Так уже давно никто спортом не занимается. Бери пример с меня. Не, спасибо, я людей мучать не хочу. Мия, а ты чего такая грустная?
Да думаю про эту вечеринку. Так ты придешь? Не знаю, у меня даже платья нету. Да ты и без платья красивая будешь. Ты правда так считаешь? Ну конечно. Ой, это я от радости. А еще я целый день не ела. Вон, живот бурчит весь день. А хочешь бургер? Ого, я думала, ты не предложишь. Давай его сюда. Да уж, ты, видимо, очень хотела есть. Не то слово. Аккуратней, Мия. Ага, хорошо. Эй, а мне? Я не думал, что ты два съешь. Ой, прости, я просто привыкла, что когда предлагают, я беру по максимуму. Может, колы принести, хоть запьешь? Неси давай, и еще можешь парочку бургеров захватить. Хорошо, секундочку. Сак, парень моей мечты. Жаль, что он встречается с богачкой Синди. На меня он никогда не посмотрит. Как хорошо, что у нас новые шмотки есть. Как знали, что сегодня вечеринка. Пора уже собираться. Анна померяет эту кофточку. Секунду. Девочки, она маленькая. Ники, меньше надо булки топтать, а то скоро в джинсы не влезешь. Только нет. Началось. Девочки, знаю, как вы любите поесть, и поэтому принес вам пиццу. Только не это! Зачем? Ну я же старался. Ты мне надоел. Жесть, лучше бы ты его уволила. И не говори. Ой, девочки, еле вас нашла. Ой, только что так вкусно поела. Офигеть, джекпот. О, какой крич. Уберите ее. Вкусненько. Мия, вот тебе деньги, только перестань жрать эту пиццу. Ого, давай сюда, вы меня больше здесь не увидите. Эрик, ты должен мне помочь. Чё, тебя опять забрали в полицию и хотят посадить? А я тебя должен спасти. Да не, это в том году было. Короче, накрасишь меня? Ты нашла, к кому обратиться. Ну, пожалуйста. Я что, визажист? Мне Синди дала деньги. Я купила косметику, и ты накрасишь меня. И... Нет. Я пойду на вечеринку красивой, а не как обычно. Если это все, я пошел. Вот значит как. Всем пофиг на меня. Меня никто не любит. Меня тоже никто не любит. Я никому не нужна. Чего? Вообще-то я плакать собралась. А что, если я мужчина? Я уже не могу и слезу пустить. Ладно, давай сюда косметику. Буду тебя красить. Но если что-то не получится, то извини заранее. Вкусненько. Стой, это же несъедобно. Да? Ну ладно. О, тогда давай этим. Не знаю, правда, зачем эта штука. Для лица. Сейчас все сделаем. Ой, оно вылилось. Ничего, я соберу лицо с пола. Стой, Мия, не надо. Ну ладно. А где все? Где Зак? А где обещанные мальчики? Что-то я никого не вижу. Да уж, тухлая вечеринка. Ю-ху! Звезда танцпола здесь! Мия, что с тобой? Я просто звезда! Ты зачем напялила дырявую футболку на себя? Ты опозоришь нас всех! Ну какая была? Я же должна была прийти на вечеринку в другой одежде. Мия, мы сами пришли в тех же шмотках, что и были. Я же тебе деньги давала, ты могла купить что-то нормальное. Я все деньги потратила на косметику, но накраситься, правда, не смогла. Да, я тебя сфоткаю. Выставлю в историю, чтобы все пожали над твоей дырявой футболкой. Ну что,
как дела? Фу, Зак, ты тоже в дырявой футболке? Это заразно! А ничего, что это новый тренд? И если вы о нем не знаете, то вы не модные. Ой, не надо тут. Мы самые модные девочки в этой школе. Просто не поверили, что эта бомжеватая Мия шарит в моде. Ну ладно, она успокоится и все будет хорошо. Я в туалет схожу, сейчас вернусь. А где остальные мальчики? Нам скучно вообще-то. Сколько можно ждать? Скоро будут, телефон звонит. О нет, там Зак стоит. Нужно прихорошиться. Какой же он красивый. Не поняла, а куда он делся? Ну что, попалась? Следила за мной? Блин, Зак, это не то, что ты подумал. Да, конечно. Отпусти, а то вдруг нас увидят. Давай сбежим отсюда. Ты серьезно? Ну, да, ты мне нравишься. Я таких девушек еще не встречал. Ну, у тебя же есть Синди. Синди мне не нравится, а ты совсем другая. Такая простая и наивная. Зак, это все как-то странно. Жесть! Он это серьезно говорит? Все будут в шоке! Юха! Зара, давай с нами! Я такое сняла на видео, не поверите! Ну и что там? Синди, только ты после увиденного держи себя в руках! Да давай уже! Твой Зак только что признался в любви этой Мии! Жесть! Они что, офигели там? Я тут! Заждались меня? Что, нет? Ты сейчас так получишь, что забудешь, когда шла сюда! Ты чего? Ой, посмотрите на эту Мию! Типа ничего не случилось! Кто там с моим Заком зажимался? Что за кипиш? О, еще один! Ну давай, рассказывай тогда! Они все знают? Да. Вы офигели, как со мной можно было так поступить? Я все объясню. Пошла вон отсюда. Я тебя пожалела, приютила, а ты моего парня убила? Вали давай. А ты чего стоишь тут, Зак? Давай, тоже тупой отсюда. Синди не нужен такой парень, как ты. Я теперь опять бомж. Без еды, без воды. О, нет. Я теперь тоже бомж. Эрик, ты что тут делаешь? Еще с чемоданами. Синди меня выгнала. Я не справился с работой. О, ты можешь жить у меня на мусорке. Какой ужас. Кому я нужна? Я не красотка, не особо умна, еще из бедной семьи. Ну да, и лицо у тебя не очень, и характер ужасный. Ну, Эрик! Не, ты еще тут? Собирай вещи и поехали ко мне. Ого, так сразу? Ты че, реально на нее позарился? Ого! Ну да, а что тянуть? Но у меня даже нет денег! Чем я могу быть тебе полезной? Мне деньги не нужны. Зак, ты лучший! Поехали! О, точняк! Зак, давай ты его возьмешь себе дворецким! Его Синди выгнала! Ладно, будешь теперь у меня работать, погнали! А все не так уж и плохо! Ура! Эй, Зак, ты вообще про меня забыл? К счастью, да. Пока-пока. Прощай, неудачница. Это получается, я осталась одна?